балет с классическим индийским танцем в стиле Бхаратнатьям. И танец называется Анхикам Буванам. Это танец молитва о прекрасных качествах Господа. Поприветствуйте! Диво!
хорошо. Конечно же, наша танцевальная часть будет не полная без коллектива Махарани. Их танец Гуру Ванданы. Мы выражаем свое искреннее почтение Господу Нитянанде, как изначальному Гуру. Гуру Брахма, Гуру Вишну, Гуру Дева Махешвара, Гуру Сакшат Парам Брахма, Тасмай Шри Гураве Намаха. Поприветствуйте! Хотят принести свое музыкальное пожертвование.
Я вам зачитаю. Музыкальное подношение для господа Нитинанды. Баджан Бхактивинода Такура. Парама Каруна. Где же вы преданы? Сказанное это Баджан Бхактивинода Такура. В нем прославляется и господь Нитинанда, и господь Чайтанья. Потому что они как бы... И неразлучны, они любят друг друга, и я уверена, что Господу Нитинанде доставляет большое удовольствие, когда мы прославляем именно их обоих. Поэтому, ну и в этом баджане также звучат именно Нитай Гора Чандра, это имена наших божеств в нашем храме. Вот, поэтому очень надеемся, что это будет подношение для Господа Нитинанды в день его явления. Thank you.
Гаврачандры, самые прекрасные из всех аватар. Они – само олицетворение чистой Ананды, духовного блаженства. О, брат, поклоняйся Чайтанье и Нитаю, полностью откажись от мирских удовольствий и с твердой верой посвяти себя Баджану, глубоко погрузись в бхакти-расу и укрась свои уста повторением «Хари, хари!» Хари, хари! Хари – тот, кто уносит все грехи. Не найдешь никого более милостивого, чем они. Услышав об их удивительных качествах и особенно об их милосердии, даже птицы и звери плачут, а камни пламятся. Плачено да с болью в сердце говорит. Привязанный к мирским наслаждениям, я не испытываю никакого желания поклоняться Гауре и Нитаю. Я мараджа решил меня вдохновением заниматься бхаджаном, наказание за мои прошлые грехи. Харе Кришна. Спасибо большое. Это небольшая сценка о практически любом днепровском храме. Раннее утро. Уджарское перед пробуждением божеств. Господь,
вчера? Сейчас холодина, а вчера? Хоть жари меня веером омахивает. Конечно, я простудился. Самое милое сделало мужчине в руку. Даже люблю. Вчера во время омовения веером нашу Пашку обрыли. И я стою мурашками весь по жизни. Продолжаю стоять, дрожу. А еще, представляешь, вчера Пуджари меня одевал, хоть и курту иголками закрыл, и поколол все мое тело. Представь, что ты был из ясен, иглотерапия. Студился. Воскресный пир. 11 блюд. И почти все съедобные. Конечно, можно было бы получше сварить. Вдал меньше соли положить. А напиток из трав. Он же горький и без сахара. Всегда найти можно.
И вообще, мы с тобой счастливые мамы.
Thank you.